Но самое интересное, это, конечно же, декор. Это последний момент, когда уже вот коробочки мы оформляем. Оформление, когда клеим камни, стразы, перья. В общем, когда уже видна вся красота. Эти нарядные коробки – плоды фантазии мастерицы Нияры Канар. Украшают важные торжества – сватовство или нишан. Вот такую веточку, к примеру, я могу сделать за минут 10, может, 15. В основном веточки бывают больше, гуще и уходят на одну веточку около 30-40 минут. Порой даже час. И чтобы задекорировать полностью коробочку веточками, ну, нужно минимум 3 часа. Она начала свое дело 6 лет назад. Первые эксперименты для своего торжества, затем подругам и родственникам. Я за то, чтобы было красиво, с блеском. Ну, это лично мое мнение. Я люблю всегда камни. Девушки у нас, кто-то любит камешки, кто-то перья, кто-то вот такой золотистый, зеркальный полистирол называется. Каждому свое. У нас есть вот такие сундучки бархатные, Хадифе Хутулар. Я думаю, что они у нас, мы совместили наши крымско-татарские традиции и веяние современной моды, так как у нас тоже когда-то были сандахлар, и в них всегда хранили одежду. Ну и сейчас, в принципе, они выполняют свою основную функцию. На нишанах используют как, ну, кладут одежду, а впоследствии можно ставить и хранить что-то особенное, какие-то, может, украшения, детскую одежду, какие-то детские поделки, то есть то, что вам дорого. Мы планируем, конечно, расширяться, работать в этом же направлении, просто увеличить, возможно, ассортимент, что-то добавить, что-то еще увеличить в количестве.